В 2024 году свидетельства о рождении в Тюменской области станут электронными. Органы ЗАГС перейдут на реестровую модель. И регистрация рождений станет проактивной. Выписка из реестра будет поступать в личный кабинет заявителю на госуслугах. Пока для новоиспеченных родителей работает суперсервис рождения ребенка. Когда мама находится в больнице, медорганизация выдает документ в электронном виде. И по согласию матери к ней поступает этот документ в личный кабинет через единый портал госуслуг. Женщина заполняет заявление, согласовывает с отцом имя ребенка. Документ направляется в орган ЗАГС, и там без участия заявителя регистрируется акт рождения. Позже родителям необходимо только прийти в ЗАГС и получить его.